Я не хочу твердить детям: держитесь подальше от наркотиков. Я хочу сделать жизнь людей настолько интересной, чтобы им не хотелось наркотиков, чтобы не хотелось оглушать свои чувства, чтобы они хотели остроты своих чувств, чтобы они хотели быть в полном сознании, я использую старый язык, и хотели осознавать, что их окружает. Мучительно больно заглушать свои чувства, когда жизнь так прекрасна. Когда то, что вы делаете, обращено к людям и меняет их жизнь к лучшему. Всего одна моя лекция в Принстоне изменила ценности многих людей. Еще в течение многих лет они обсуждали эти темы, и я до сих пор получаю от них письма.